И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, мы продолжаем играть в Panzer The Inquisitor. Карта Туманный Перегон. Играем за синих. Так, надо запомнить, что играем за синих. Играем за синих, и надо убивать вот этих красных флажков. В спину, в лицо, хоть куда. Главное — крушить и убивать. Так, ладно. Кстати, это тестовое видео, и посмотрим, будет ли музыка мешать или нет. В общем, тестовое видео, я бы так сказал. Посмотрим. Может, надо потише сделать, может, музыка вообще здесь не будет вписываться. Ну да ладно, тест он и в Африке тест. Поэтому посмотрим. Посмотрим, что сейчас у нас выйдет. Так. Не получилось, не получилось, не получилось. Уходим. Так. Я чуть не зафейлил. Так. Потому что если мы захватим... А мы надеемся, что захватим, то нам нужно будет... А, подождите. Так мы и так захватили, ёшкин кот. Вау! Я что-то посмотрел, синий, блин. Блин, как-то я протупил, короче. Ой, и еще такая новость. У меня сейчас есть от VSP Group... некое подобие сайта, на котором постоянно появляются видео и все в таком духе. То есть ссылка, как бы, она в описании всегда есть. Если не ошибаюсь и я ее не добавил, то... В общем, я ее добавлю. Ссылку, если я ее не успел добавить. Вот, поэтому... Так, спокойно. И... блин, не добил, да какого? Фух. В общем, я добавлю эту ссылку, и если кому будет интересно, можете по ней проходить. Что же еще изменилось? Я подумываю о том, чтобы сделать, так сказать... О, погнали. Супер сапер, молодец. Сапер красавчик. Давай, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, твою ж налево. Долбанные... Зараза, да ты куда бежишь? Ах ты, зараза! Спокойно. Да, ёшкин кот! Фу. Так, спокойно. Так, вот, в общем... подумываю о том, чтобы делать видео понедельно. Ну, как понедельно? Ну, не понедельно, а получается, допустим, в воскресенье одно, в понедельник с другого буду играть и так далее. То есть именно, допустим, каждый понедельник вы будете знать, что у меня будет видео выходить именно за определенного персонажа. Конечно, здесь персонажей 8. Ну, я думаю, что за магичку я только за одну какую-то буду играть. Какую? Не знаю. Поэтому... Да! Инициатор недоделанный. Влетел в толпу и зарубили меня. Они же были под хилом, чё я лез к ним? В общем, короче, думаю сделать так. Попробовать, опять-таки же попробовать. Я пока что не знаю, на что мне... На чем мне остановиться. Как сделать так, чтобы было интереснее смотреть и так далее. Я думаю, это неинтересно смотреть каждое видео за одного и того же. То есть постоянно одно и то же, и особенно то, как я нублю за Инквизитора, я думаю, это не сильно интересно. Вот, поэтому как бы... Оп! Спокойно! Добить! Фу, блин. Честно, давненько не играл. Пару дней я не заходил в Panzer вообще, то есть, ну как бы, не играл. И поэтому что-то как-то не очень получается. Я бы так сказал, что как-то расслабился, и все.
просто были немного дела, и я как бы заранее записал видео, потому что были дела, я бы так сказал. Вот. И, в общем, чутка потерял сноровку, и, как видите, не очень. Возможно, моя идея о том, что снимать как бы... Ах ты, зараза! Да ну нафиг, прикол такой! Я просто переплюнул. Да ну! Я, короче, вообще... По-моему... Я в чё-то уперся. Понятно, в чё я уперся. Я думал, здесь проход. Ну, ладно, всё. Но бить я мастер, тем более, когда долго не играю. А 2 дня это уже долго. Это уже да. В общем... Посмотрим, что будет дальше. Возможно, реально будет как-то интереснее просматривать. Мне просто уже, я думаю, если мне уже становится скучно, то значит и вам может стать скучно. То есть, ну ты что тут? Тихо-тихо, спокойно. Без паники. Вау. Да нафиг он успел блок поставить, хотите сказать? Оу, я сделал убийство. И я его добил. Блин, чутка рано. Чутка рано, черт побери. Ладно. Надо ломать. Ломать. Ломать тотемы и... Твою же ж, сейчас горю. О, спасибо тебе. Спасибо тебе, родненький. Давай. И... Вот так! Я до сих пор себя не могу простить за то, что я плюнул, попытался плюнуть в магичку, а в итоге плюнул в никуда, сдохну сейчас! Я только хотел бутыль выпить. Убрал блок, чтобы выпить бутыль, и бам! Ну, я так и так бы сдох бы. Ешнего атаки, но блин, обидно. Я только стоял, ждал, думал, сейчас вот вдруг ударит и хотя, блин, я мог уйти в инвиз, я же не горел, я мог уйти в инвиз, обалдеть. Я только сейчас это понял. Как вы видите, это долго не играть, это очень плохо. Чё это, чё ж было? Да ну вас нафиг, уроды долбаные, вы меня достали, только и можете стоять в блоке. Сражаться! Сражаться! Вот так вот, как гном сражается! До последней крови! До последней! Я сказал, до последней крови скотина сражается! Ох, прям понеслась, а! До последней! Молодец! Пусти кровь врагу, и пускай он пополнит твое здоровье! Он мне ударил в блок, и я помер. Блин, и у него чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, добей. А, это был чужой. Ха-ха, я думал, это наш орк. И тем временем, смотрите, хоть я и нублю, как не знаю кто, хоть команда нас рвет, благодаря одному лишь гномику, который офигеть как застроился. Вот, ребята, играйте за гномов, учитесь у него. Я не научусь, это бесполезно, а вы учитесь. Это круто. Это самый крутой застрой, который я только видел на этой карте. Я вам говорю. Нифига себе, я убил, оказывается. Уходим. И воткнулся в инквизитора. Хе-хе, я сломал телепорт. О, погнали. Так вот, собственно, изменение это то, что... Да, я подключил партнерку. Я не знаю, для чего она мне. Ну, в общем, как вы видите... Ух ты, скотина! Сюда иди! Чё сказал? Сюда иди! Фу, блин, я в этом говне выйти...
Уйти в инвиз не могу я в этом говне. Ладно. Вау, 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 вау! Хе-хей! Ха! Бутыль! Спасение мое! Ох ты ж, блинский. Фу. Так, в общем, короче, благодаря нашей ядреной команде... О, я его убил! Да, гей всей толпы, это именно я его убил. В общем, благодаря нашей ядреной команде, я не знаю как, не знаю за... не знаю почему, но мы выиграли! Черт побери, мы выиграли! Вы просто офигеть как выиграли! Я еще и... добил! Это не я убил, но все равно было круто. И... ах, прям! Прям дубиной по ребрам. Ах, офигеть, а тем временем гномик, смотрите, уже просто оторвался. Хотя их гномик тоже нехило оторвался, но у них сапер оторвался. Офигеть. Хотите сказать, я просто спустился и попал в тот момент, когда он просто-напросто крутился на тотем. Офигеть! Эта игра закончится без меня. Ух. В общем, я думаю, с ноября я начну снимать именно такие видео, то есть по каждодневные, то есть для каждого персонажа будет свой определенный день. За какую из магичек играть я буду, я не знаю. Возможно, за фрезу. За фрезу, думаю, будет интересно играть. Вот, а может, буду именно магичек чередовать. А может, выберу несколько персонажей, за которых я буду постоянно играть. А уже несколько персонажей я буду просто-напросто чередовать. Не получилось добить. Фу. Ну, хил, конечно, на плохом месте, но он просто тащил. Всю игру тащил. Если бы не он, тут сдохли бы, как не знаю, кто, как последние. Где-то тут в инвизе был. Все, убежал. Фу. Победили. Да, офигенно. Сыграли еще. Воскресил под конец, так сказать, потратил ЦПшечку. Хач! Я тоже потрачу ЦПшечку. Погнали, погнали. Ну вот, все. Закончилась наконец-то игра. Ого, нифига. Просто офигенный. Чувак играть умеет. Вот что я могу сказать. 28 убийств. 6 смертей. Я думал, ни разу не помер. Вот, ну у меня все как обычно. В общем, это была пробная серия. Посмотрю, что да когда где. И если что-нибудь понравится, я, конечно же, это все изменю. Ну а я, пожалуй, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и заходите в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!